Рулонные шторы от Home Time размером 50 на 160 см. Эти шторы можно обрезать до нужного размера. Состав АБС, ПВХ, полипропилен и гальванизированная сталь. Шторы произведены в Китае, стоят 299 рублей. Устанавливается без сверления, ее можно крепить к потолку, стене или в проеме. Можно сочетать с тюлем или с портьерой. Внимательно прочитайте инструкцию, которая входит в комплект. Шторы продаются в нескольких весьма ярких расцветках, но есть и более спокойные. Вот видите, бежевенькая нам попалась. Эти шторы защищают комнату от солнечного света, быстро сворачиваются и становятся практически незаметными в интерьере. Блюдо под названием «Бьюти». Размер 27 на 21 см. Страна изготовления – Иран, Исламская Республика. Материал – стекло. Стоит такое блюдо 149 рублей. Продается в красивой плотной упаковке. Выполнено в форме то ли солнышка, то ли цветка. Больше похоже, конечно, на цветок по типу астры или хризантемы, кому как больше нравится. Отлично, мне кажется, подойдет для подачи десертов и очень украсит праздничный стол. Раздвижная форма для выпечки Ato Kitchen диаметром 24,5 см и объемом 3,5 литра. С помощью этой формы легко можно выпекать торты и пироги, а благодаря специальному механизму готовая выпечка извлекается гораздо проще. Состав формы – жесть и нержавеющая сталь, производитель Китай. Кружка Ato Kitchen объемом 360 мл, которая выполнена из фарфора, стоит 99 рублей. Эта кружка относится к новой коллекции стильной посуды на каждый день и для особых случаев. Она имеет широкую удобную ручку, украшена красочным и вместе с тем лаконичным принтом. Декоративные магниты выполнены в виде букетов цветов с надписью «Для тебя». Стоят такие магниты 79 рублей, произведены они в Китае, состав полирезин и магнит. Магниты выполнены очень качественно и послужат отличным небольшим дополнением к основному подарку. Универсальный бокс для хранения деко средний на две секции. Производитель Россия, состав полипропилен. Бокс достаточно большой, имеет две выдвижных секции, которые декорированы цветочным узором. Продается в различных расцветках и может использоваться для пищевых продуктов. С такими боксами для хранения каждая мелочь в вашем доме будет всегда на своем месте. Часы-будильники от Flex, состав полипропилен, АБС, сталь и медь. Производитель Китай, стоимость 199 рублей. В этот раз дизайны будильников просто покоряют. Есть корабли, есть дельфины, есть вот такие замечательные велосипеды. Они отлично украсят любую детскую комнату, будут приучать детей к распорядку дня. Очень полезная вещь для тех, кто работает за компьютерами, появилась в FixPrice. Это коврик для компьютерной мышки. Состав резины и полиэстер, производитель этого коврика Китай. Коврик выполнен в виде турецкого ковра, с двух сторон есть бахрома. Хочу сказать, что подобный коврик я когда-то покупала в ДНС, и он прослужил мне очень много лет. Единственной причиной для смены коврика стало то, что он мне просто дико надоел. В продаже сейчас множество расцветок этих ковриков, а в качестве можете не сомневаться. Термосалфетки Ato Kitchen. Размер 44 на 29 см, стоимость 79 рублей. Эти салфетки выдерживают температуру до 100 градусов. Изделия выполнены из пробки и полипропилена. Единственное, что мне не понравилось в этот раз в этих салфетках, что они все сворачиваются рисунком вовнутрь довольно активно. Выправится это или нет в дальнейшем, пишите в комментариях. Тарелка глубокая Ato Kitchen объемом 500 мл. Состав фаянс, производитель Китай, стоимость 79 рублей. Тарелки продаются в различных цветовых решениях. Каждая тарелка украшена контрастной черной полосой по краю. Отлично подойдет и для горячих, и для холодных блюд. Эта тарелка – стильное решение для вашей кухни. Емкость для специй Ato Kitchen объемом 380 мл с ложкой. Выполнена она из нержавеющей стали, произведена в Китае, выглядит весьма неоднозначно и ведет себя, кстати, так же. Крышка верхняя крепится непосредственно к самой емкости, открывается рывком. То есть, если вы не подготовлены и не знаете, как она открывается, вы можете просыпать все содержимое. Ложечка никак не хочет попадать
в отверстие в крышке, которая предназначена специально для нее, но возможно, что это происходит потому, что как бы сейчас емкость пустая. Нержавейка тонковата, ее как-то всю куда-то ведет. В общем, сложно, сложно сказать, понравилась мне эта емкость или нет. Скорее нет, чем да. Полотенце махровое пестротканное, размер 30 на 50 сантиметров. Полотенце выполнено из 100% хлопка, страна-изготовитель Россия. Рисунок у полотенца двухсторонний, с одной стороны светло-бирюзовый, с другой стороны темно-бирюзовый. Морская тематика, мы видим звезды, кораллы, ракушки. Очень симпатичное небольшое полотенце. Гню всех влюбленных появилась в продаже гирлянда сердечки. Длина ее 2 метра. Она работает от двух пальчиковых батареек, которые не входят в комплект, и их нужно покупать отдельно. Состав: полистирол, хлопок, полипропилен, ПВХ, медь и сталь. Производитель Китай. Стоит такая гирлянда 299 рублей. В нашем магазине она продается в 3 расцветках. Светит гирлянда теплым белым светом. Крем для рук Tiger Bloom от Fanny Organics в объеме 45 мл, производитель Китай. В продаже есть увлажняющий, смягчающий и питательный крема. Эти крема эффективно заботятся о коже ваших рук, предоставляют ей глубокое увлажнение, защиту от сухости и стянутости, шелковистость, комфорт и антивозрастное действие. Это тоже немаловажно. А забавные и симпатичные упаковки кремов будут поднимать вам настроение каждый день. Бокал Бинго объемом 285 мл, стоимостью 55 рублей. Произведен бокал в России из натрия кальция силикатного стекла. Этот бокал имеет округлую чашу на очень такой толстой и короткой ножке, благодаря чему он выглядит невероятно коренастым и подходит для крепких алкогольных напитков типа коньяка, рома и тому подобного. Женский топ от Lady Collection, который украшен рисунком в виде двух жирафов. Состав 95% полиэстер, 5% эластан. Произведен в Китае, стоит 199 рублей. Отлично будет сочетаться как с брюками, так и с юбкой. Пиала Bollato Kitchen, объем 350 мл, состав фарфор. Украшена эта пиала нежным цветочным узором, стоит она 79 рублей и идеально подойдет и для горячих, и для холодных блюд. Кстати, в продаже есть еще тарелки с таким же нежным цветочным узором. Ароматические свечи в стакане с лентой. Состав: парафин, стекло, полиэстер, хлопок и сталь. Производитель Китай. К нам свечи приехали в двух вариантах ароматов. Это аромат черного янтаря и имбирной лилии, который продается в темно-синем стакане. И свеча в оранжевом стакане с ароматом красных ягод. Подробная инструкция по использованию свечей находится на этикетке. Но одно уже сразу ясно, что бантик, украшающий стаканчик, нужно будет либо снимать, либо отрезать, потому что иначе он будет и огнеопасен, и мешать пламени свечи. Салатник Ato Kitchen, объем 1 литр, состав фаянс. Представлен в разных расцветках, отлично подойдет для подачи и горячих, и холодных блюд. Он имеет довольно удобную форму, толстые стенки, по внешнему краю украшен горизонтальными объемными полосками. Блинница-тартовница, диаметр 28,5 см, производитель Россия, состав пластмасс. Стоит такая блиница 149 рублей, продается в нескольких расцветках. Имеет три крепления, которые очень прочно пристегивают крышку к донышку. Донышко можно использовать как одной стороной, так и другой стороной. При этом высота тартовницы будет либо уменьшаться, либо увеличиваться. Очень удобная вещь.